Сегодня у школьников внеклассный практический урок под открытым небом. Тема важная – безопасность на дороге. Организаторы мероприятия – Управление по делам молодежи и образования, а также Центр патриотического воспитания «Ратмир» в сотрудничестве с отделом ГИБДД города Анапа. Хочется надеяться, что это будет интересно для ребят, что они запомнят этот день. И те мероприятия, которые они сегодня увидят и смогут в них поучаствовать, они принесут к себе в школу, расскажут об этом своим друзьям, расскажут об этом родителям. И, наверное, при удобном случае вспомнят о том, как нужно себя правильно вести на дорогах. В подготовке организации марафона приняли участие воспитанники станции ЮИТ. Антон Цилковский в клубе юных инспекторов дорожного движения 7 класса. Он на зубок знает все правила, не раз принимал участие в профилактических мероприятиях, организованных сотрудниками ГИБДД. Сегодня делится своими знаниями с марафонцами. Я занимаюсь этим, потому что мне нравится обучать детей правилам дорожного движения. Недавно проходила акция «Пристегнись, Россия», в которой мы с инспектором ГИБДД останавливали машины и рассказывали о пользе ремней безопасности. Всего в сквере работали 3 площадки, 1 тематическая и 2 развлекательных. Ребята разгадывали кроссворды по правилам дорожного движения, узнали, чем отличаются запрещающие дорожные знаки от предупреждающих, а также смогли самостоятельно проработать городскую схему дорожного движения. Актуально проводить в летний период такого рода мероприятия, так как значительно увеличивается поток транспорта, и большинство детей проводят время на улице. Марафон длился более 2 часов. В завершении встречи участники мероприятия получили грамоты, памятки по безопасности пешеходов и светоотражающие стикеры. Руслан Душевский, Анапа регион.